так, да, надо поздороваться. Всем привет, дорогие друзья, и это снова Форест, и опять мы сначала начинаем, но только в этот раз мы играем уже с другим игроком по кличке Арбалестер, злой волк Арбалестер. Он пошел косить это, бамбук. Пошел косить бамбук, который ветки, мое любимое занятие. Ну давай, я сундуки типа вскрываю, там же что-то полезное должно быть. Угу. Батарейки вот. Села, батарейка. Ой, смотри, тут сразу вода и сразу можно пить. Вот ты прикинь, как нам повезло, да? Питьевая вода. На халяву, вот, на халяву вода сразу, раз. Ой, надо было... Сейчас будем чуть-чуть подшатывать, так. Надо искупаться вот чуть-чуть. Обмыться. Ты обмылся от крови? Пока нет, но суть. Я нашел место, где у нас будет дом стоять. Хорошо, сразу. Давай. Мы грохнулись не на краю острова, где можно было яхту увидеть, а немножко ближе к серединке. Ага. Вот. Вот этот водопой. О. Занимаем его. Вода. Так, вода. Ну, а еду мы найдем там. Еда. Вокруг нас, так что. Да, бараны там, зайцы. Угу. Так, сундуки. Бараны, зайцы. Бараны, зайцы. Да. Зайцы-бараны. Баран. Ладно. Вот он, варан. Блин, надо копье сделать. Знаешь, я люблю копьем, вот, честно говоря. Играть. Оно мне нравится. Так. Теперь научите меня, как тут крафтить. Ага. На Б. Так, палка. Нет, не та игра. Ты же забыл уже, да? Все слишком быстро вспомнилось. Ой, стамина. Тебя единица, тебя двойка. Так, копье у меня уже есть. Вот, с копьем как-то веселее. Тупо две палки объединяешь друг с другом. Угу. А, я вижу, ты уже сделал, да, себе копье? Да. Итак. Подкидываем на этот раз одногранную монетку. Одноградная монетка — это как хлопок одной ладонью, ты понимаешь? Да, вот именно. Так, надо кого-нибудь поймать, да? Опа! Ты смотри-ка, к нам гости пришли. Уже? Прям сразу, да. Ну, ты знаешь, что делать. Ну, как бы да. Нанизываем на пики точеные. Нанизайся на пику точеную. Ой, он отбивается, смотри-ка. Не, нормально. Главное к себе не подпускать. Ах ты. А сейчас он кончится. Кончится. Или кончусь я. Главное, не подпускай его к себе. Капец, ты кончился? Да, я кончился. Молодец. Я постараюсь не кончиться так быстро. Знаешь, в чем проблема? Стамина заканчивается. Надо чуть отступать иногда. Он пытается тебя добить, что ли? Нет, я пока лежу. Сейчас я ему сделаю. Смотри, как он... Это мы на боссов нарвались каких-то этих. Ну да, знаешь, такой рядовой босс. Ну я, короче, зубы у него повыбивал. Все, они отступили. Так, как тебя воскресить? Во, можно воскресить. Я тебя воскрешаю. Есть. Получено достижение. First responder. Вот, видишь, все посчитано, как было. Короче, мы это... Каждый при своем остался. Обменялись ударами. Так, купаемся от крови сразу. Так. Но они нас, сука, запомнили. Ну, это... Мы их тоже. Мы их тоже. Так, что нам надо вообще? Сразу дом строить будем, что ли? Сразу домик.
Ладно, окей. Мы так и не решили, кто будет строить. Кто инженер тут. Давай, хочешь, ты будешь инженером. Хочу я. Тогда тебе хочешь? Задание. Я буду рубать дрова. Где-нибудь найди этот самый. Найди побережье, найди черепаху хотя бы одну. Я понял. Ты нам прям кучу жизни сэкономишь. Короче, так, день сейчас, я успею сбегать, да? Угу. Короче, надо панцирь черепахи, да? Да. Собрать. Так, сейчас водички хлебнем и пойдем. Ты давай тут пока обустраивайся, я пойду на берег за черепахой. Угу. Так, где тут водички можно хлебнуть? Ё-моё. А, где? Ну, тут же и можно, да. Ну да, сейчас. Тут же и можно, но нам впоследствии от этой привычки нужно будет отказаться. Да. Так, где тут? А чё он пить не хочет? А, вот, всё. Это... Делаешь это без уважения. Ой, что-то ему как-то херовенько стало от этой воды. О, я тебя об этом и предупреждал. Ну, вода с подвохом такая. Вроде ты пьешь, но ты не напиваешься до конца и что-то. Так, я, короче, пошел прямо куда-то, прямо на берег моря. Надеюсь, выйду. Да. Компаса-то нету? Компас сейчас далеко в небе. Называется солнце. А я его не вижу все равно. Удачи. Ладно, спасибо. Так, сейчас посмотрим, куда... Слушай, так мы возле яхты. Вот она яхта. Вот она яхта. Вот он берег моря. Окей. Значит, понял, вот... где мы? Да, понял. Вот она яхта, вот оно море. Вот где-то тут черепахи должны быть. Отлично. Не помнишь, с какой стороны от яхты черепахи обычно тут ползали? От яхты... Право, ну, влево. Смотря как ты. Белый, прям белый-белый берег ищи, песчаный. Песчаный. Вот акулы валяются дохлые тут. Сундуки еще разбросаны. Блин. Ой, петухи тут бегают. Ну, эти друзья наши. А, теперь это петухи. Ну, мы их так называли. Так, друзья наши меньшие. Черт, меня нашли. Да. Делаю вид, что я шланг. Всегда умел это делать. Я надеюсь, у тебя удачно получится. Прикинуться шлангом. Ой, вижу черепах. Я вижу черепах. О, молодец. Это... Прекрасно. Это прелестно. Вот они плывут сами. Вот плывут они, плывут. Все. Ну, что-то они на берег не выползают. А, сейчас подождать надо. Подождать. Они же медлительные создания. Ну, не совсем. Это, кстати, заблуждение. Если надо, они могут врубить Соника. Ну, это в реальности. В реальности. Так, мочим черепаху. По-моему, она готова уже, да. Все, есть. Ага. Один панцирь у нас есть. Один панцирь есть, второй не унесешь. Мясо. А, второй не унесешь. Так, я бегу к тебе тогда. Мне тут типа эта помощь нужна. И у меня уже есть мясо. Черепахи мы можем пожарить и похавать. Эх, стамина. Все нормально. Сделаем мы целебную лавочку, и все с нами будет прекрасно. А что это за флаг там у тебя такой какой-то? Это я переноску сделал. В смысле, что за переноска? Ну, для всякого. А, типа тачка, тележка какая-то? Да. О, ну ты молодец.
Знаешь, что делать? Я играл в Forest, но я уже все позабывал. Ну, такого я даже не делал, по-моему. Такого ты даже не делал. Я даже не делал. Ой, там смотри, товарищ бегает. Да, товарищ. Знаешь, что? Не, я без это хп. Я без баба. Хп. Баба идет. Даже если баба. Слушай, а с ними нельзя подружиться вообще, а? Да, 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 конечно, вот. Это прям такие дружелюбные. Блин, надо лечиться. Ну, я вроде лекарство выпил-то. Сейчас. Мне надо... Блин, минутку. Мне нужна минутка. Так. Мы тут в луже в этой будем так сидеть. Они ж в воду боятся лезть. Понятно. Ну, черт так. Яками. Че интересного произошло? Ничего. Они убежали. Жалко. Итак, у меня есть это... Короче, строим сборник воды. Или что ты хотел? Сборник дождевой воды. Да, но я построю сейчас. Потому что сейчас первый дождь, и чтобы мы его не потеряли. Угу. Так, вот он. Вот он. Где поставим? Вот где-нибудь здесь? Ставь вот здесь, где я стою. Окей. Давай, проектировщик. Угу. Будешь проектировщиком. Сейчас будет прекрасно. Так, вот здесь ставим. Есть, сборник дождевой воды готов. Я могу еще сходить за черепахой. Если тебе интересно. Ну почему нет? Так, ой, мясо на пожаре. Я, пожалуй, сделаю костер, пожарю мясо. Давай. Да здравствует кастрик. Тебе кастрюля не попадалась на протяжении... Всего? Нет. Два куска мяса. Можешь подкрепиться, если что. Ой, птичка на руку села. Вроде это как к аборигенам, да? Пока нет. Нет? Ну, пожарилась нормально. Пожарилась. Так. Поменьше тупить, побольше строить. И сушилку для мяса еще можно сделать, чтобы лишнее мясо складывать. Угу. Вообще, я, короче, провизией займусь сейчас. Скоро ночь. Ночь впереди. Нормас. Так, есть сушилка готова. Готова. А, ты тут делаешь сохраняться? Да. Готово. Ага, отлично. Так, значит... А, еще пару минут... И ляжем спать, чтобы скипнуть ночь. Угу. А ночью они не придут к нам в палатку, да? Слушай, ну это как в Майнкрафте, прям это самое, кровать делаешь, да? Не совсем. Потому что ночью... Ну, ночью проблемы с видимостью у нас сейчас. Да, они уже начинаются, явные проблемы с видимостью. Ой, можно одеться, кстати, а ну-ка. Найден новый комплект одежды. Яркая жилетка, черные джинсы. Ну-ка, что-то я там переоделся. Так, чем бы заняться полезным пока? Воды попить. Полезное дело. Ой, страх и риск. Ой, что-то воротит его. А ну-ка, нету заразы никакой там, не подхвачено. Вы заболели, найдите алоэ для лечения или отдохните. Ну, понятно. Где? Можно? Я уже что-то увлекся рубанием древесины. Давай. Ложимся спать. Ага. Ну, давай. Ты спишь, и мы оба спим, да, получается? Нет, это... Синхронно надо делать. Давай. Давай, на раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Два, два. 2-2.
Новый день, новые возможности. Так, надо было же засейвиться вообще-то. Потом. Еще. Потом? Сейв мы сейчас построим. А, хорошо, понял, понял. Ладно, я пошел дальше тогда дрова рубить. Так, надо провизией заняться. Короче, я тогда начинаю охоту на всяких зверушек там. Чуть-чуть мяса заготовлю, а ты там продолжай строить. Хорошо. Блин, где все вараны? А, зайка серенький. Под елочкой скакал. Рано. Сейчас середина апреля. О, алоэ нашел, кажется. Алоэ вера собрана. О, тут алоэ есть. Вот еще одно алоэ. А, да я тупо черепах сейчас еще. Мясо черепах. Вкусное и сытное. И еще панцирь один добудем. Ты побегаешь там по... Ой-ой-ой, друзья. Побегаешь по берегу, попытайся найти этот... Этот кастрюль. Кастрюлю? Да. А, тут бывают кастрюли, да? Ага. Я тут еще эти взламываю сундуки попутно. Производишь взлом жоп. Саквояж. Саквояжи взламываю вот на берегу. Их тут кучка лежит. Блин, а жрать-то уже охота. Надо что-то шоколадку хоть какую-нибудь съесть. Во, шоколадка. Хоть так, вот так, черепаха ползет. Что, сейчас у нас будет жареное мясо. Сейчас у нас буду приготовленный я. Чё там, проблемы у тебя, да? Да, гоп-стоп. Гоп-стоп, гопники пришли. Ага. Блин, хреново. В воду прыгай там как-нибудь. Ну, я с ними договорюсь. Блин, надо все равно их как-то мочкануть одного, зажарить. Нам кости нужны-то. Да, нам костей очень много нужно. В костре их надо полить. Получено достижение. Монстр. Достижение какое-то. Монстр. С чего бы вдруг? А кого ты сейчас убил? Черепаху. Ой-ой-ой. Ага. Кричат. Слышал крик? Слышал. Сейчас я им Monster Hunter Online. Оба-на, оба-на. Что это тут горят? О, а вот и кости, да? Угу. Ах ты ж... Кончайся. Петушка. Блокируй, блокируй. А, тут блокировать можно, да? А, о, можно кидать копье, смотри-ка. Да? Да. Ой, промазал. Сейчас, сейчас кинуть. Смотри, она как бы не свалила сейчас. Ах ты ж падла. Да уже нанизайся ты. Смотри, какая живучая. Все, свалилась. В костер ее нафиг. Ща, ща, ща. Теперь можно. Так, костер. Костер ее пусть. Нам кости нужны. Так, я пошел отмоюсь от вот этой фигни. Водичка, водичка. Блин, как-то она вот жаждует, что-то не утоляет, я смотрю. Что-то ему захеровило. Слушай, а мне все, каюк, я смотрю. А ты сколько? Прикинь-то. А мне каюк почему-то пришел. Теперь моя очередь ачивку получать. Ну, ништяк. А вот и дождь. Вот и дождь. Вот. Слушай, надо это как-то лекарственное лекарство закрафтить. Алоэ поднимал. Так, алоэ есть. Объединить с чем-то его надо. С ртом своим. Жри его так. Лечебный набор. А, его так можно? Да. С календулой, наверное, по-моему, можно. А ну с цикорием. Не, не объединяется. Так его захавать? Ну ладно, я попробую. Съесть.
А ну. Да они что-то жизни не прибавляются. Блин. Вот же ж беда. Ладно, давай пожарим мясо хотя бы. Ой, кости тут. И что-то съесть можно. Обглодать тут что-то, косточки. Там я пережарил. Так, я что-то ем. Я не знаю, что это было. Что-то ешь? Да. Сейчас мы черепаху закинем туда. Если можешь. Блин, я все не могу вспомнить, как привязывать к этим, к горячим клавишам. Я не помню вообще. Я такого не делал, по-моему. Делал давным-давно. Так, мясо сейчас пожарится там. Смотри, можно будет похавать. Угу. Так, надо взять камешек и поделить на ноль пару птиц. Так, тут сейчас еще одну поилку сделаем. Водосборник еще один поставлю. Дождик как раз идет. Есть еще один водосборник у нас. О, тут уже водичка чуть-чуть питьевая собралась. Говорится, в этом и смысл. Так, а где мясо? Пожарилось, нет? Я съел два, еще положил. А, еще положил. Угу. Да. Ждем тогда. Ждем. Птички. Птички. Надо бы птичек чуть-чуть поймать. Пару птичек. Блин, зайца хрен поймаешь. Тем временем доносятся звуки капитализма. Или у нас пока коммунизм? У нас? Угу. Ты че имеешь? Это капитализм. Да у нас коммунизм, наверное. Не знаю, я тебе помогаю дом достраивать. Видишь, это супер крутая сушилка. Как она работает? Ну как, берешь мясо, вешаешь там на ней. В чем загвоздка твоя? Не вешается. Или может большие куски. Подходишь вот так и вешаешь. По-моему, даже не выбирая в инвентаре, если оно у тебя есть. Удачи. Ты кости собрал, да? Правда. Хорошо. Костер потух. Удивительно. Дождь-то идет все-таки. Это хорошо. Так, можно попить. Что-то ты тут уже понаделал, я смотрю. Это что такое? Хранилище палок, хранилище камней. А-а-а. Пока такое. Так, я воды попил. Пойду еще одну черепаху мачкану. Ага. Чтобы воды у нас было достаточно, предостаточно. Да, эта вода прям утоляет, дождевая, ну как бы хорошо, без последствий утоляет жажду. Самое главное, что без последствий. Ну. А да. Тут же на яхте еще что-то полезное там было. Ну да, такая мелочевка. Может сплавать, забрать ее. А это самое, у нас есть там... Что-нибудь построить такое для складирования вообще любых вещей. Сундук какой-нибудь. Это не та игра. Нет, да, нет такого здесь. Тут такое веселое складирование есть. Веселое складирование. Я вот и смотрю, нету сундука тут. А тазика у нас все так и нет, да? Так, я пошел. Ладно, по берегу поброжу тогда. В поисках тазика. Может... Железный похож на кастрюлю, не забудь. Может, лекарства найду какие-нибудь еще себе подлечиться. А, сейчас пожарим мясо. Кстати, домик я как раз-таки строю для того, чтобы в нем разместить шкафы, а по шкафам уже размещать вот эти вот все, что у нас в карманах завалялось. А-а-а.
Ну вот, в шкафы можно складывать, правильно? Да. Деньги валяются. Вот тут эти деньги вообще бесполезный хлам просто. Только костер ими топить и все. Ага. Ой, я лекарство, кажется, нашел. Да, есть. Я нашел себе лекарство. Я полечился. И поплыл я на яхту. Сплаваю. Да, ты там плывешь по яхте, я разматываю очередную мадаму. А, вот же ж, блин. Жалко, меня рядом нету, я бы помог. Ну да, я тоже так думаю. Ну уж, извиняй, я уже тут в яхту зашел. Так. Вон, видишь, у каждого свои предпочтения. Кто-то даму разматывает, кто-то на яхте. Ой, кошмар тут какой-то. Нет, это не кошмар. Вот, там основа горит на костре. Все по плану. О, нормально. Она приготовилась. Кости. Да, кости. Много костей. Уже вечереет, я, наверное, сейчас домой уже пойду. Где что? Казан? Все, завтра будет. Сейчас вот еще одна черепаха. Вот. Раз, панцирь, еще один. Ладно. Будет тебе казан. Сейчас, подожди. Уже домой пора просто. Носи казан в форме черепахи, сойдет. Ку-ку, я пришел. Ку-ку. Ку-ку Шанель. Так. Ой-ой-ой. Не, нормально. Я в воду. Не, я умнее. Надо копье выбрать. Так, сразу копье берем. Кстати, кости. Что там? Веревка, я... кости. Мне надо улучшенное копье сделать. Ты кости сложил там куда-то? А, в себя. В себя, я понял. Так, смотри, делаем так. Ну? Я его ща дотолкаю до костра, и он приготовится. Ну, мы его дотолкаем. Готовится. Готовится. Готовится наш ценитель пролетариата. Слушай, ну они прям это... На сложности на этой, они прям такие... Стойкие, да? На этом режиме сложности. Ага. Так мне надо... Улучшенное копье мне надо сделать, ты знаешь? Давай, еще чуть-чуть, и домик будет готов, и можно в нем сейвиться. Крутяк. Мы проснулись, живы и здоровы, это прекрасно. Новый день, новые возможности. Да. Так, чем бы заняться-то? Кастрюля! Сколько можно? Кости. Так, собираем кости. Сейчас я сделаю себе улучшенное копье. Ты себе тоже бы сделал бы. Давай, гаек, вперед. Раз, два. Раз, два, три. Есть, я улучшил себе копье. Короче, нужна эта ткань. Ткань, веревка, по-моему. Или просто ткань и три... А, ткань, три кости и... Так. Если что, копье себе улучшенное сделай сразу. Я больше по топорам. Я понял, хорошо, ладно, я себе сделал сразу. Ой, жрать охота. Так, что пожрать? А где тут... А где сушилка тут была? Развалилась она? Я говорил, ее тебе развалили. А, петухи эти. Да. Тут варанчик это висел. Так, жарим, короче, мясо. Жарим мясо. Пойдем водичку пьем. Божественный. Я офигею. В смысле, супер удобно. Поджигать что? Мясо. Проектировщик, ты думаешь забором огораживаться какими-нибудь там? Ловушки строить для них там? Только дом отгахали. Что у тебя в планах там дальше строить? Как говорил, сначала в планах шкафы,
А, понял. Затем дальше забор, затем немножко благоустройства. Уже потом уже будут ловушки сугубо по вкусу. О, варан. Ура. Четвертый по счету. Так, надо жрать, иначе сгорит. Да, да. Хавай. Одного похавать, другого повесить. Не, ну это я уже объедение уже будет слишком. Петухи, опять к нам пожаловали. Где ты этих петухов находишь, а? Ну, я на них смотрю. Они... А, смотри, такие петухи, черт. Которые люди петухи такие. Ну, не люди эти. Дикари, обезьяны. Сейчас он от моего улучшенного копья получит. Так, блин, не, их двое. Это жестко. Да ёханы бабай. Главное на расстоянии их держать. Блин, двое, да, это жесть. Падлы, блин, падлы. Я в ауте, я уже в таком. Я в фоллауте. Ладно, я одного, да. Один готов, один зажарился. Держись там, если что. Так, жизни чуть-чуть восстановились. Сейчас попробуем. Готов нафиг. Второй готов. Открыто новое животное. Что, надо их в костер кинуть, пусть это... Кости нам нужны. Кости нам нужны очень много. Пусть жарятся. Так. Занимаемся проектированием. Блин, опять жизнь у меня на нуле. Ё-моё. То есть, так и всегда. Монеты, из них можно что-то делать. Да, взрывчатку. А ну, взрывчатка, точно. Часы, монеты там. Ну, видишь, так просто. Видишь монеты и думаешь о взрывчатке. О, тотемы их не идут. Тут куча черепов. О, нашел вход в пещеру. Ну, значит, ты на верном пути. Куча черепов, ты на верном пути. Куда, не скажу. Че, лучше туда не лезть, наверное, да? Вот тебя размотают. Как минимум. Понятно. Как минимум размотают там. Как максимум на заднем фоне будет играть это синяя лагуна. Синяя лагуна. Это та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Я понял, что они там делают. Я туда к ним не хочу. Голубая. Голубая лагуна. Да. Угу. Клуб «Голубая устрица» вообще. А тут нельзя таблички делать, как в Майнкрафте? Я бы у них над пещерой написал бы. Клуб «Голубая устрица». Это тебе надо в раз сходить. Да. Да, тоже присматривался. Блин. Таблички рисовать от руки, что прям аниме. Да, я присматривался к этой игре уже давно. Но там тоже жестоко все. Все жестоко. Да. Ой, я нашел палатки. Туристические. О, среди палаток ищи клятое ведерко. Вот, сейчас я этим займусь. Так. Тут вокруг меня это бегают, друзья. На меня плюнуть и все. Вроде мимо пробежал. О, меня никто не видит вроде. А тут стелс же работает на контрол, да? Типа как да, по стелсу. Все в добрых традициях Скайрима. Ну, короче, в палатках. Подожди-ка. Это кастрюля, я нашел кастрюлю.
Yeah. Старая кастрюля подоб... Вот видишь, я не зря пошел в лес. Я не зря туда пошел. Все, я бегу к тебе обратно. Все, супер. Теперь у нас есть бесконечный источник воды. Вау. Да. А это интересно, как? Это ты черпаешь из нашего великолепного озерца. Ну. И кипятишь ее на костре. А, понял. Так, как это сделать? Выбираем кастрюлю, да? Берем кастрюлю, черпаем. Черпаем. Подожди. Как черпать? А, вот С. Как черпать? Так, есть с водой. Ага. Теперь несем на костер. О! Теперь можешь бухать тогда, когда захочешь. Я туда ноги еще закинул. Смотри, суп с ногами там варится. Так, господи. Ой, можно еще туда что-то добавить? В эту воду. Подожди, я какие-то цветы туда добавил. Может, это лекарство будет у нас получится. Смотри, это... суп с ногами и цветами. Блин. Цех коммунный. Ага. Я как веселый суп варю. Ты зацени, суп с ногами. Ладно, я порублю тоже пока там. Че тебе, дрова нужны там? Пока да. Съел эту твою ногу. Съел все-таки? Да. Лучше бы этого не делал. Ну, извиняй. В следующий раз ноги не совай. Так, кастрюлю берем, сделаем все по новой. Сейчас мы сделаем нормальную воду. Кстати, ноги вштырили. У меня теперь ХП поднимается. О! Вот тебе раз. Мне надо тоже ХП поднять. А я, подожди, я в эту воду какие-то цветки кидал. Ноги тут ни при чем вообще. Ноги ни при чем. Я, кстати, воду пока не пил. Так, сейчас тебе помогу немножко. Так, ну-ка. Можно кинуть цветки. А какие цветки кидают? 8 цветков. Это я что, цикорий кидаю? А ну-ка, цикорий у меня есть, да? Ну попробуем цикорий. Раз, два, три, четыре. Ну, 4 цикория туда закинул. Ты хочешь тут... энергетик приготовить? Сейчас посмотрим, что получится. Я хочу вылечиться вообще-то. Не может быть. Что-то тут развалилось, ты знаешь, что это упало и развалило тут твою постройку какую-то. Не, брехня, все стоит. Вот тут что-то было, вот тут все, развалилось все. Тут что-то... А как сюда могло достать? Вот оттуда это упало, сосна эта, и, короче, развалило все. Да. Окей. Я надеюсь, ты ничего не сажал? Нет. Ну и не посадим пока. Все хорошо. Чернику надо посадить. Хорошие ягоды, черник. Она и жажду утоляет, и насыщает немного. Вообще лучше картошку посадить. Жарить, да, картошку. Картошку, пару вишень, абрикос там. Да, да, это... неплохо было бы. И будем открывать свой сад Вишневского. Ну. Это тут что-то можно положить уже, да? А ну-ка, на С. Да. Раз. А, баночки. Баночки. А-а-а. С напитком можно разложить. Еще что-то тут. А, шоколадки. Я, короче, тут это, провизию выкладываю. Андрей. Так, знаешь что, я пойду еще на разведку схожу. Мне надо найти эту календулу. Я как найду календулу, я буду варево тогда мутить. Такое. Хорошо. Варево. Я еще раз перестрою площадку. А, слушай, еще я могу, знаешь, что сделать? Эти, с черепов. Что с черепов можно делать? Светляки эти, знаешь, светильники такие. Нужны нам? Нет, у нас не Хэллоуин. Молот можно сделать. Молот. Палка и череп, в смысле? Да. А смысл его... Большой урон при ударе.
Больше, чем у топора железного? Да. Че, серьезно? Ну да. Объединить. А, еще можно с чем-то. А, вот, с зубами. Так, время хватит мне сходить погулять? Или уже вечереет, солнце уже заходит? Солнце? Солнце вот уже заходит. Блин, забыл. Надо вспоминать, надо вспоминать, надо вспоминать. Свет звезд коснулся крыш. Ага, луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. Именно так, сейчас главное дом не спорить. Ладно, бродить уже времени нету. Что-то ветер поднимается, семена алоэ. Семена алоэ. Семена алоэ, я могу алоэ посадить. Да. Почему бы это ветер такой? Это ветер перемен. Угу. О, вот сюда можно посадить это семена. Да. Так, алоэ. Я, короче, сажаю алоэ сюда. Угу. Посадил. Посадобль. Так, попробуем алоэ кинуть. Вот с алоэ я еще... Супчик с алоэ. Да. Алоэ и цикорий туда чуть-чуть добавим. Календулы не хватает. Ну, попробуем варево. Что получилось? Варево-рева. А, не тот канал. Так, стамина. Здоровье. Ну, по-моему, растет. Да, здоровье растет от алоэ. Вот это круто. Вот это круто уже. Так, о, ты спроектировал уже стену. Это так, чисто для ограждения территории. Я понял. Ну, давай, будем строить. Короче, тупо камни, да, туда? Тупо камни. Угу, давай. Вот реально, была толпа народу, мы бы такое уже наваяли. Там один проектирует, там 10 человек бегают, там собирают, все строят, прикинь. Ну, типа как в Варкрафте, да? А, я не знаю, наверное. Ну, в этом, в третьем Варкрафте, когда 10 человек швыряешь эту постройку доделывать. А. Там одну ферму шпарят. Ага. Да. Будь сделано. Будь сделано. Опять вкалывать. Вот понимаешь, за домом у нас, как можно сказать, стена. Там никто не пройдет, правильно? Оттуда не будут же скрученно нас прыгать. Нет, как раз таки. Не должны. Поэтому я выбираю вот такую вот местность. Правильно. Тылы уже у нас защищены там. Да. Копье тысячи истин. Меч тысячи истин. Они убили Кенни. Мы до него дойдем. Слушай, а по этой стены ну, недостаточно? Они же перепрыгнут ее, да? Или нет? Вот раз и я ее перепрыгнул, смотри. Это надо вторую еще ставить стену. Понимаешь? Ну, это пока первое. Во-первых, нее еще надо будет, да, потом делать. Что-то я не понял. А что кастрюли раздвоились? Так, это круто, дай сюда. Смотри. Раздвоение кастрюль. Как так получилось, я не пойму что-то. Спасибо Форесту, скажи. Я не пойму, как так получилось. Кастрюли раздвоились. Так, петухи. Петухи, да. Ну, к счастью, петух сейчас не раздвоится. Ну что, ресурсы еще идут в виде костей. В виде костей, да. Насадись на пику. Да блин,
Я его пикаю сейчас. Так, 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 я на перекур. Все, готов. Все? Да. Ну, у тебя вообще суперское копье. Да, я понес его. А, ты понес уже. Опять петуха раздвоили. Да нет, петух не раздвоился. А я, блин, что? Такой сижу и думаю, такой, блин, какие тут могут быть петухи? Какой я апдейт пропустил? Не, ну так как? Ну как их еще? Как их еще назвать? Нормальные вот люди не бросаются так вот на других людей. Как-то пытаются найти общий язык, там, может быть, с пользой для себя выменять какие-то вещи. Ну, как-то... А эти дикари конкретные такие, дикарские дикари. Всем из Майнкрафта пришел. Ты еще скажи, обмениваются на изумруды. Да, точно. А, ну нельзя перепрыгнуть вот это? Не, это уже не перепрыгивается. Так. Уже петухи не перепрыгнут просто так. И самый еще третий ярус можно потом сделать с шипами. Ну, третий ярус обосрешься делать. Вообще да, мы умахаемся его делать. Да. Я уже потом, я еще давно, когда играл, я уже не знал просто, куда эти кости девать. Уже черепа, кости, уже там склад целый у меня был этих костей. Ага. И мне потом все это просто надоело. Вот это наша машина смерти такая. Машина убийства. Ты только и делаешь, что их, короче, уничтожаешь, и все. Ну, машина смерти. Машина смерти. Конвейер смерти такой получился. Так, а что там нужно для стрел? Для стрел перья и палки. Перья и палки. Надо птиц, короче. Ну что, уже заборчик так вырисовывается. Смотри, как уже красиво так прям. Да? В этой дикой местности появляется цивилизация. Ага. Появляется цивилизация новых каннибалов. Ну да. А это сорняки, что ли, просто? Вот, ну, вот это. Это все сорняки, я так понял, да? И сорняки. Ты бредишь. Тут ничего нет. Чистая площадка. У тебя ничего нет, у меня есть. У нас это. Рассинхрон, понимаешь? Тут я заметил уже такое. Рассинхрон. То есть, ну, у меня что-то есть, у тебя этого нету. Ну, ты там из своей вселенной вещаешь. Да, я тут в своей вселенной немножко. Там кусты росли. Сколько труда-то вложено уже? Вот по 5 камней. Можно было бы их побольше собирать? Ой, ну, надо сумку делать. Надо сумку делать. Так, а надо посмотреть, что для этого нужно. Я пошел. Вот на разведку? Спустя. На разведку? 3 года спустя. Я пошел на разведку, плюс на оленя поохочусь. Ну, а из чего ты на него поохотишься? Он типа априори быстрее тебя. Его можно прижать и копьем затыкать. Вот давай, вот найди его на открытой местности и прижми его к чему-нибудь. Я так делал уже. Но он слегка глюканул, он в реку уперся там как-то. Короче, удачи. Я пошел, давай. Ну если петухи меня тут найдут... Ну да, ты их сюда приведи. Да. Такой, кучу костерчиков навести, чтобы они просто приходили и готовились сами. Опа, это что? Кусты какие-то. Не похоже на съедобные ягоды. Белка, суслик. Кто? И кто-то там орал. Кто-то там орал. А я это в водопад залез, сижу, купаюсь. Ну, писец. Да пошли они нафиг. Че я их должен бояться? Вот олень, я нашел оленя. Так, я сейчас подкрадываюсь к нему потихоньку сзади.
Малине. Главное, чтобы петухи меня не опередили. Так, олень меня засек. Ага. Догоняем. Догоняй. Я преследую оленя. Преследуешь оленя, давай. Готов. Окей, я копьем его. Ты копьем его, супер. Сделай так еще три раза, и мы сочтемся. Так, я возвращаюсь на всякий случай. Так, подожди. Сейчас посмотрю рецепт. Какой там рецепт. Сумка. А, бурдюк для воды, сумка с копьями, теплый костюм и все. Это все, что можно сделать. Ну. В смысле, каким гребаным макаром ты видишь крафты? Короче, смотри. Я тоже раньше этого не знал, пока мне вчера Витек не... Нажимаешь объединить ингредиент. Объединить. Он ложится на эту центральную. Там шестеренка такая. Наводишь мышкой на шестеренку, и слева у тебя рецепты показываются. Господи. Вот, представляешь, мы этого не знали. Сколько я играл, я не знал этого. Капалов. Либо этого раньше не было, либо я это все прощелкал. По-моему, не было такого раньше. Да, не было. Нашел такое зерко с такими стойками какими-то и с веревками, на которые можно залазить, на эти стойки. И тут клетки какие-то. Слушай, ну оленя что же, стамина должна быть какая-то, да? Не, это ж олень, ты чего? Олень, у него стамина бесконечная. Все равно его догоню. О, нашел контейнер на берегу. Ну, это ты далеко запер. Я куда-то заперся, да. Контейнеры. Ладно, пойду пошарюсь, может там что полезное будет. Вот это, пластиковый стеклопакет. Не нужен нам. Ты его допрешь? Нет. Ну, тогда не нужен. Может, вдвоем допрем. Блин, я как в последнее время ударился в инжиниринг всякий. И, блин, от осознания того, что, блин, даже какую-то обычную мелочь ты не можешь сделать без высокоточного оборудования. Ну или хотя бы просто должного оборудования. Угу. Просто великое уныние. Звучит вкусно. Ой, нашел файры эти. Стрелы нашел. Ой, тут целое это самое. Сундуков целые. Еще стрелы. О, я тут нашел что. Стрелы. Fire show. Изолента. Еще стрелы. Я стрел целую кучу нашел. О, кресло. Смотри-ка. Нельзя с собой взять. Кресло. Такое. Все сидеть, в котором можно. Больше нести нельзя стрелы. Я, короче, стрел по полной набрал. Но это ты крутые утащил. Да, больше нельзя нести стрелы. Ладно. Надо теперь лук сделать, наверное. И тряпочка, да. Тык. Объединить. Есть. Есть. У меня есть лук. У меня есть лук теперь. У тебя есть лук. Все, все так. Кролики твои. Вперед. Да. О, люстра из черепа нашел. Ну-ка. О, смотри, какой у нас теперь светильничек. Можно еще один построить. Ну, мы так с тобой продуктивно играем. Ну, в смысле, как-то так все у нас получается вроде пока. Ну, да. Причем прикол даже по-нормальному. Ну, не да. Вот первую еще не сходили. Так, я вот тут лекарство выкладываю. Смотри, вот. Лекарство. Шоколадки там. Все, что собрал. Алкоголь. Можешь прибухнуть, если что. Ага. Ну, в принципе, интуитивно понятно, стрела вылетает. Ну, туда, куда пальчиком тычешь. Так, петух. О, петух. Я птичку. А петух, иди сюда. На.
Следующий. Ой, уйди оттуда, их там много что-то. Уходи, убегай куда-нибудь. Нормально. Блин, меня на всех не хватит этого самого. Добра. Да. Опа. Нормально. Так, сейчас я другое оружие возьму, копье все-таки. Покруче, чем этот лук. Лук больше для охоты на оленей. Чё там у тебя? Да, нормально. Отбиваешься? Отбиваюсь. Я, в принципе, один на один справляюсь вот с этим. Ну, как бы. Есть, готов. Один готов. Сейчас. Единственное, у меня стамина заканчивается вот. Готово. Добил. Так, отлично. Фу, тихо. Тихо, петух, ты чё? Нанизайся. Останавливаюсь. Готов. Видал, как копьем работаем? Ага. Все, петухи уничтожены. В костер их нафиг. Ну чё, петухи дышат так, запыхались. Вы сюда или мимо, куда вы там? Кыш-кыш, ога. А ну пошли отсюда. А ну пошли. Смотри, сыкуют. И сыканули. Куда пошли? А ну кыш отсюда. А ну ничего, что перекрыть. А ну кыш. Шикиш. Не, не сыкует, да? Сыкует. Да так, до поры, до времени. Сыканул, пока... смотри, сыканул. Убежал. Пятки аж сверкают только. Ну да, а один тут у нас. Может, мы с ним подружимся, да? Сделаем своим этим рабом. Чулука. Все, насадись на пику точеную. Без вариантов. Все, в расход. В расход его. Ну что, стена. Часть стены есть, надо вторую строить. С другой стороны, как бы. Огораживать себя. И так постепенно мы огородим себе территорию. И сделаем такой коридор, а в этом коридоре ловушки будут стоять. Да? А? Сейчас размечу. Эй, слышь, у нас петух на базе. Так, петух, где петух? Где петух? Он тут разгуливает. Эй. Тут у себя. Насадись на пику. Смотри, он атакует еще как-то нехило прям. Может, это я по тебе бью? Блин. Да нет, это он, это он. Короче, будешь меня поднимать сейчас, если ты с ним справишься. Окей. Ну-ка. Да. Успокойся. Успокойся, я сказал. Get the fuck up! О, поднял, молодец. Да, что ты сам, я тебе верю. Да, хорошо. О, какую-то дубину. Я дубину взял, кстати. О. Дубина. 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 Урон. Нифига себе у нее урон. Подожди, а сколько вот у топорика урон? Слабоватый. У копья. Средний. У дубины-то урон-то не неплохой. Прям таки. На. У дубины самый лучший урон. Но ей надо уметь драться, конечно. Я не мастер дубин. Не дубинщик я. Ты не дубильщик, да? Не дубильщик. О, я вижу, вырисовывается у нас уже это. И вход у нас тут уже, да, появился. Mm-hmm. Из территории. Дверь. Это дверь будет такая? А дверь будет. А как она работает? Поворачивается, что ли? Таранишь лбом. Ясно. Слушай, ну круто, мне нравится. Уже так, это огороженная местность такая. Теперь надо строить. Короче, в поте лица тут потрудиться.
Это, как говорится, только начало. Ну, ничего страшного. Ну, попробуем наше варево. Ну, вроде ничего, но надо еще полечиться, наверное, все-таки лекарством. Работает. А можно замок поставить? Ну, знаешь, у нас с тобой такая спокойная, размеренная игра, такая с интересным таким, ну, как бы увлекательно. Мне нравится так играть, да. Я не знаю, сколько это будет смотрибельно вообще. Вот. Аж всем же подавай что-то там, экшен какой-то. Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ подавай. А тут, ну, тут просто я играю, получаю удовольствие от этого. Может, я и выкладывать ничего не буду, наверное, для себя поиграем. Тоже неплохо. Посмотрю, может, нарезку сделаю какую-нибудь. Так, надо все пересмотреть потом просто, если какие-то моменты там есть. Ну что, еще один день или уже или хорош? Не, пока хорош. Хорош, наверное, да? Хорош. Все. Утром. Утром будет прикольно. Да, а то мы тут можно всю ночь играть вообще. Как бы. Да. Не, мне нравится, что мне нравится. Смотри, дальше можно отгрохать лестницу наверх. А, вот туда, на кручу на эту. Да, вон туда. Угу. Потом, что еще тут можно? Пару хранилищ удобно расставить. Угу. Для досок еще что-нибудь придумать. Просто кучу ловушек раскидать вот по периметру. По периметру, да, вот так вдоль забора там день, да? Они же там будут, да, перемещаться. Топами. Ну... И дальше еще нужно будет вспоминать. Тут я понял. Смотровую площадку. Mm-hmm. И дальше уже что? Оружие искать? Оружие? Автоматы? Автоматы, РПГшки там. Я бы от автомата не отказался. Калаш взять, я в КС бы тут с ними поиграл бы. С этими аборигенами. Ну что, надо сказать пока, если я там домонтирую, скажем пока, всем до свидания. Домонтирую. Дорогие друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось. В общем-то, мы старались для себя больше, не для зрителей, да. Просто играли, просто как нам нравилось, да. Просто летсплей, просто... Просто для души. Просто для души, да. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока. До скорого.